Здравствуйте, друзья мои, это Мучо, с вами канал Реал Мучо, и мы начинаем обзор футбольных матчей FIFA 14. Значит, какая ситуация? Мы находимся в третьем дивизионе, нам надо набрать 18 очков, чтобы перейти в второй дивизион. У нас есть 6 игр, и надо набрать 13 очков. Значит, 4 победы и 1 ничья. И у нас есть возможность один матч проиграть, так сказать. Мы играем командой Манчестер Сити. И сейчас быстренько представлю вам состав Манчестер Сити, пока узнаем, кто будет наш соперник ближайший. Значит, у нас в воротах Джо Харт. В защите справа налево, значит, Сабалета, компании Лескот и Клещи. В опорной зоне у нас играют Фернандиньо и Мюллер. Левый полузащитник у нас испанец Давид Сильва. И справа тоже у нас испанец Хесус Навас. И два, так сказать, атакующих игроков. Это у нас, значит, центральный атакующий полузащитник Яя Туре. И единственный нападающий Серхио Кун Агуэро. Мы будем играть вот с мадридским Реалом. Состав Реала: Касильяс, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Лука Модрич, Иско, Ди Мария и Би-Би-Си. Карим Бензема, Криштиану Рональду и 100-миллионный Гаррет Бейл. Нас ожидает очень интересная игра. Погнали! Вот видите расстановку мою. 4-4-1-1. Ну что, погнали? Погнали! Ой, как мы боимся таких ударов, а? Не забывайте, ребята, у нас в воротах стоит легендарный Джо Харт. И мы таких ударов не боимся. Ну что, с мячом Клещи играет с Сильвой. Сильва, отличный пас на Лескота. И Лескот. И что тут? Что тут творится? Нарушение в очень опасной зоне. Серхио Рамос допускает этот промах. И у нас есть Яя Туре, не забывайте. И какой хороший шанс. И вот смотрите. И ну Туре. Яя Туре, и какой удар. Какой удар, штанга спасает мадридского Реала. Ах, какой удар наносил Туре. Опасный момент. И Касильяс выручает. И Касильяс. И тут опасно играет Клещи. Но судья не останавливает игру. И Клещи тут. Клещи. Замах. Убирает Модрича. Играет Туре. Клещи. Нагуэро опасно прошел. И удар с ворот будет. От ворот точнее. Джо Харт будет исполнять этот удар. И с сильным ударом в центр поля отправляет на Туре. Туре на Мюллера. Туре. Отбирает Иска. На Бейля передача. Опасно очень Бейл. И очень опасный момент. Промахивается Иска. Опять Джо Харт. Опять сильный удар. И опять Туре. Ошибается Яя. И опасно может быть. Клещи. Фернандиньо. Бейл. Играет на Модрича. Модрич на весь Бензема. И счет открывает Карим Бензема на 14-й минуте. Удар головой. Это самая сильная сторона Карима. Удар головой. Он это делает. Очень прекрасно, изумительно просто. Ну что ж, счет открыт. Счет открыт, будет намного интереснее.
Ну да, ты не забиваешь, тебя забивают. Это такой закон, который не вписанный. Туре, туре, опасный момент. Модрич на Бейла. Хороший на такая передача хорошая. Бейл, переброс Бензема. И не получается на этот раз у Бензема попасть в створ ворот. Так, играем. Агуэра. Агуэра. Опять Бензема. Опять Бейл. Ох, как ординарно мы играем. А опять и Бензема 2-0. Очень-очень такой спокойный гол. Копия, можно сказать, первого гола. Опять Бейл, опять навес. И опять головой Бензема удваивает счет. И сейчас будет намного интереснее, ребята. Очень интересно будет, потому что мы очень мотивированы, очень хотим отыграться. Не имеем права на поражение в этом матче, потому что у нас еще 5 матчей есть. Мы успеем еще проиграть, так сказать. И опасный момент был, но там... Значит, футболист, который хотел забивать головой, он очень низкий был. И не получилось офсайд. Тут, конечно же, офсайд Агуэро. И Пепе мощным ударом. Или можно вот так. Начинает. То есть возобновляет матч. Рональдо наконец получает мяч. И с ним там борется Мильнер. Очень хорошо это делает. Забалета отбирает мяч. Компани. Агуэро. Туре, на Наваса, Навас не теряет мяч. И что, что ты делаешь, Навас? Как можно такое упустить, а? Так, интересно. 2-0, 29-я минута. Уже закончился. 30-е уже заканчивается. Рональдо. Нет, это Ди Мария. Извините. И 3. Нет, нет. Бейл не забивает всего с пару метров. Очень интересно. 100-миллионный Бейл не может забить головой. Всего с 2-3 метров. Лескот. Опасный проброс на Бейла. Бейл на Бензема. И Яя Туре, опасный момент может быть. Серхио Кун не достанет. Очень сильный пас был. Ну, какой Туре, такой пас. Шутка. Бейл. Очень хороший заброс на Модрича. Модрич. Опасный момент. И тут клещи не дает навешивать мяч. Но все равно. Какой момент. Агуэра хорошо играет. Навас. Ну, Навас. Навешивай, давай. И какой момент. Какой момент. Упускает сети, не забивает гол. Клиши отбирает мяч. Фернандиньо. И смотрите, Бейл в подкате. Не часто увидите такую ситуацию. Бейл в подкате. Не дает Рональду бить головой. Навас тут защищается. И хороший проброс на Агуэро. Тут Рональду против него Забалета. И как защищается Забалета угловой. Будет подавать Модрич. Опасно. Лескот. Ну, можно опасную атаку, контратаку извлечь, но не получается. Не получается. И сейчас опасно. Не получается. Бензема. Агуэро. Красиво.
Агуэра очень красиво ушел. И в последний момент Пепе убирает мяч под ноги Агуэра. Первый тайм закончился. 2-0. Дубль Бензема. Оба удара, оба гола головой после передачи Гаррета Бейла. Очень такие похожие голы, копии. Второй тайм начинается. Начинают горожане. Мильнер, Агуэра, Навас. Играет за балетой. Для балета хотел на индивидуальном мастерстве обойти двух игроков Мадридского Реала, не получилось. Вильнер играет с Туре. Туре на Агуэру, хороший заброс, но тут Рамос, ребята. Туре. Давай, и какой удар, ударище, но не получается попасть в створ Касилеса. Не самому Касилеса, но в те ворота, которые защищает Касилес. Ну вы поняли, да? Так, что тут у нас? Тут у нас Мильнер. Не вышел. Компания. Опасный заброс, Лука Модрич, 3-0, нет, какой сейф, фантастейшн, что ты творишь, компани, ты чудо, Винсент, опасно, давайте, ребята, должен вдохновить вас, отлично играет оборона Сити, просто отличный. Ой, какой удар Марсело. Кто, но Марсело. Он не должен был такой удар делать. А более так. Оп, штрафной. Ну, ребята, ну что вы, судья, ну что вы. Как так? Гаррет Бейл не позволять. Чё, Харт? Забалета. Мильнер. Туре. Мильнер. Агуэра. Ура! Ну это же штрафной. Или может нет. Забалета. И Забалета ошибается. Но не получается удар у Криштиану. Мильнер. Забалета. Стуре. Стуре на Агуэра. И опасный момент, штрафной, и желтая карточка получает Фернандини. Нарушил правила против Гаррета Бейла. И Рональдо, скорее всего, будет бить штрафной. А почему Модрич-то тут стоит? Вот так. Рональдо, опасно, удар, и, в принципе, ничего опасного. Харт даже глазом не моргнул. У него даже в мыслях не было прыгнуть. Забалета. Навас. Ох, какой момент. А, там нарушение все-таки, да? Я уже немножко зол. 71-я минута. И 2-0. И сейчас... Какой сейв? Ну, ребята, должны же вдохновляться этим сейвом просто. Почему? Навас, давай. Ну, штрафной, конечно же.
И какой момент, компании. Очень хороший навес был и компании с 4 метров, с 5 метров не смог. И какой ошибка, какая ошибка. И Агуэру сокращает счет 2-1. Никто не ожидал такую ошибку от Касилиса, но он это допустил. И Агуэра воспользовался этим шансом. Смотрите, смотрите, как он просто поймал мяч, ударил и давай радоваться. Время есть, можно еще мячу спасти. Рональдо попадает в офсайд. Какой, какой гол! Хесус Навас! Я тебя обожаю, Навас. Ты просто чудище. Мы не забиваем того, кто отдал этот шикарный пас. А это был Фернандиньо. Смотрите, какой пас. Какой пас он нарисовал. И какой камбэк. Какой камбэк Сити творит, да? Может, еще и победу можно, да? Можно? Украсть победу у мадридцев. Ну что, не получается больше навесы у вас, а? Ну, сейчас навес будет, конечно же, это его стиль, это его стиль. Он иначе никак играть не может. Навес, гол, навес, гол. Мы уже поняли, какой твой стиль, чувак. А ты мой стиль никогда не поймешь, потому что у меня нету стиля. Я играю в разброс как можно по-разному. Ой, какой, какой момент запорол, какой момент. Ах, Навас, ах, Навас, если бы удар был точным, сейчас мы бы радовались забитому голу. Молодец, компания. Хороший отбор. Да. Последние минуты будут очень и очень жаркими, горячими, прям такие, на напряженными. Да, ура. Красиво. Очень-очень красиво хотел сыграть Навас, не получилось. И последние секунды. Может, получится что-нибудь. Ура! И нет, заканчивается матч, но очень хороший камбэк, очень красивый. Всего лишь за 4-5 минут всего лишь Манчестер Сити смог вернуть мячу, спасти матч. Спасибо, что были с нами. С вами был Мучо. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь и добавляйтесь в группу в Одноклассниках. У нас там фан-клуб Мадридского Реала. Ставьте пальцы вверх. Я вас очень-очень люблю. До встречи. Всегда ваш Мучо.